Всем привет! Сегодня будем готовить необычный холодец из куриного филе. Делается он легко и быстро. Интересен тем, что в отличие от привычного холодца, не варится, а запекается в духовке. Рецепт очень простой, из серии «Все сложили и забыли». Блюдо получается вкусным и красивым. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Первым делом нарезаем куриное филе мелкими кубиками. Затем перекладываем его в миску, выдавливаем туда чеснок, добавляем соль, перец, сладкую паприку, быстрорастворимый желатин и хорошо перемешиваем. Вливаем воду комнатной температуры и размешиваем до однородного состояния. Теперь берем форму для выпечки кекса, смазываем ее подсолнечным маслом. И выкладываем туда подготовленное куриное филе. Массу хорошо уплотняем. Накрываем форму фольгой и отправляем в нагретую духовку. Запекаем 40 минут при температуре 200 градусов. По истечении времени достаем форму вместе с решеткой из духовки, снимаем фольгу и даем остыть до комнатной температуры. Затем отправляем будущий холодец в холодильник не меньше, чем на 3 часа, а лучше на ночь. Застывший холодец переворачиваем на тарелку . Снимаем форму и украшаем листиками петрушки и хрена . Также подойдет любая другая зелень и соус на ваш вкус. Вот и все. Необычный холодец из куриного филе в духовке готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.